Добрейшего времени суток, друзья, с вами Катя Юрич Топкин, и прямо сейчас мы вместе с вами играем в мобильную GTA. Друзья, вы можете также поиграть вместе со мной, скачав игру в описании под роликом. В общем-то, для этого вам просто нужен доступ к интернету и телефон на базе либо Android, либо iPhone. И, в общем-то, по нужной ссылке вы можете игрушечку скачать себе на устройство. После чего, друзья, заходите на проект и выбирайте один из 70 плюс серверов, на котором можно поиграть. Я играю, ребята, на сервере Санкт-Петербург, он 24-й по очереди, и приглашаю вас поиграть вместе со мной, потому что, во-первых, у меня здесь есть семья, в которой вы можете получить много всяких ништяков. Ну и, во-вторых, ребята, все промокоды, которые я вам покажу вот в данном ролике, они прям при вас будут активированы, и, разумеется, они 100% здесь работают. Если вы выберете один из последних серверов, там 70-й плюс, то там, чтобы вы понимали, работает очень мало промокодов, потому что есть такая тенденция: если у нас открывается новый сервер, на него делают какой-то новый промокод, после через там несколько дней он перестает работать, и, как правило, там работают только ютуберские промокоды. Ну и плюс новые промокоды, если они у нас будут появляться. А все старое, что было до этого, к сожалению, там активировать нельзя. Поэтому, друзья, прямо сходу, как вот появитесь на вот таком вот вокзале, на любом, на одном из четырех, насколько я помню, нажмите на чат и введите команду /promo. Смотрите, друзья, по этой команде в первый пункт вводите все промокоды, которые я вам дам. И первый промокод мой личный будет называться хэштег Топкин. Смотрите, я его активирую вместе с вами. И одно условие: нужно отыграть ровно один час вот с этого момента, как мы его активировали в игре. После чего вы получите VIP-голд для развития, скин, ребята, Джеймс Бонда и аксессуар маску тролля. А самое главное — это гелик на 65 часов, на котором можно кататься уже на втором уровне. Потому что пока вы пройдете вот эту вот стартовую линейку квестов, вы заработаете себе первые деньги, получите водительские права, ну и, понятное дело, сможете кататься на тачках, что уже очень даже вкусно. Что ж, друзья, с этим разобрались. Моя семья Best Guys. Кому интересно, залетайте на 4 уровне, потому что системно можно туда будет вступить именно с 4 уровня в любую семью. У меня большой карпак из машин, там черный Bugatti Zolart, донатные машины, очень много всего вкусного на Sport Plus тебе будет доступно. Дом на Рублевке, номер дома 3105, по этой команде FH3105 можно, ребята, выстроить GPS, и он вас отправит непосредственно к моему дому. Он мне пишет, что у меня нету столько денег. Ну ладно, это не такая проблема, потому что деньги вы заработаете. Итак, друзья, многие из вас любят халяву, и эту халяву я продолжаю для вас делать в виде конкурса на 2000 блэккоинов. Вот этот чувачок сегодня у нас побеждает, поэтому, дружище, я тебя поздравляю, обязательно свяжись со мной непосредственно в социальных сетях. Ну а вы, ребята, можете поучаствовать в новом конкурсе, и, возможно, именно вам повезет. Для участия все те же простые банальные три действия. Первое — подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать свежие ролики и участвовать во всех конкурсах. Второе, ребята, это поставить лайк под этот ролик. И третье — написать комментарий участвовать и что-то от себя, что у вас в жизни произошло. Мне всегда интересно пообщаться с вами, почитать, как у вас дела. У многих, кстати, днюхи бывают, совпадают, поэтому, если хотите от меня поздравления, то обязательно, как говорится, пишите. Что ж, друзья, все рассказал, все показал, поэтому участвуйте в конкурсе, а мы прямо сейчас вместе с вами побежим по промокодам. Итак, друзья, промокодов у нас довольно-таки большое количество, поэтому просто погнали. Та же самая команда /promo, и первый промокод будет называться BRVK, ребята. Вот так вот его вводите, и сразу сходу получите вот такой вот вас, в общем-то, окушку на 12 часов, что в целом очень даже неплохо, если вам нужна машина. Еще один промокодик, ребята, тоже довольно-таки интересный, будет называться хэштег Matisse. Вроде 3Z, если я правильно помню. Да, ребята. Вот такая вот машина на 3 часа тоже будет вам доступна. Вы сможете на ней покататься, рассекать по просторам. Почему бы и нет, машина очень даже полезная. Если вы, допустим, хотите машины повкуснее, друзья, а такие машины тоже у нас есть, то есть промокод, который называется HESOYAM. После его, ребята, активации вы получите вот такие вот три тачки, а также VIP-платину на 2 часа. Для развития на старте это очень вкусно, потому что VIP-платина — это самый лучший VIP-пакет, который у нас есть на проекте, друзья. Но это еще не все, понятное дело, что очень много для вас специально промокодов. Допустим, еще промокод на тачке, ребята, который будет называться хэштег BlackMM. Довольно-таки хороший промокод, и, ребята, если вы его активируете, вы получите вот такой вот карпак из дорогущих, на самом деле, машин. Всем рекомендую, это очень вкусненько. А если посмотреть на скидочку, то скидочка, ребята, дается на VIP-платину на 30 дней. То есть запомните, что по этому промокоду можно получить очень много ништяков и, понятное дело, очень хорошо бустануть. А что ж, друзья, это не все, понятное дело. У нас сегодня прям очень хорошая подборка из машин.
А следующий промокод будет UPD1710 называться, ребята. Вот так вот он выглядит. И дает он тоже хорошие машины, ребята. Здесь у нас Урус, Mercedes-Benz 63 SE-шка и Tesla Model X. А самое главное, купон X2. То есть, смотрите, вот у меня под серым СПБ в будни появился значок X2. То есть, если я буду сейчас донатить, я задоначу в два раза больше. Обычно такая у нас фишка работает каждые выходные и, ребята, в праздники. Поэтому имейте в виду, довольно-таки вкусный промокод. Итак, друзья, многие пишут в комментариях, типа, почему нету промокодов конкретно на деньги. Смотрите, как только вы появляетесь в игре, вы можете в настройках через команду /mm, получается, настроить безопасность и привязать, в общем-то, непосредственно свой аккаунт к социальной сети, вот, допустим, к Телеграму. Выбираем его, привязываем, и вы сразу сходу получаете VIP-платину на целый день, а также 10 тысяч бачей перманентно на руки. Ребята, это единственный способ получить деньги на халяву, больше не будет. Другой способ — просто подойти к кому-нибудь, кто расщедрится и даст вам на лапу, так сказать. По поводу промокодов на опыт, их вообще больше нету. То есть, ребята, их больше не существует и никогда не будет. Разработчики их убрали, потому что все это было в свое время связано с читерами. И вот так вот разработчики решили все это дело пофиксить. Поэтому, друзья, получаем VIP-платину, идем на клад на третьем уровне, получаем миллионы без проблем. Отдельные ролики сняты. Дословно разжевал, как это делать, как на третьем уровне. Буквально за буквально один час уже у тебя в кармане будет лям. Я тебе гарантирую, посмотри, ничего не изменилось. Очень много полезной информации и секретов я тебе уже рассказал в прошлых роликах. Смотрите, ребята, если зайти в магазинчик, туда же и, ребята, выбрать непосредственно Black Pass, то его рекомендую проходить тоже всем новичкам, потому что, смотрите, во-первых, здесь можно получить халявные деньги, здесь можно получить, ребята, игровую донатную валюту, здесь можно получить также временные тачки на хороший промежуток времени, а самое главное, тут есть, ребята, кейсики. Вот из этих кейсиков, даже из бронзовых, можно испытать удачу, и, ребята, если посмотреть вот сюда, допустим, здесь можно выбить опыт. Тоже довольно-таки часто он падает, а 8 опыта в начале — это чуть ли не сразу третий уровень. Поэтому имейте в виду, это очень вкусный буст. Обязательно проходите Black Pass, потому что он проходится легко, а бустит ваш аккаунт очень хорошо. Что ж, друзья, погнали дальше. Еще несколько промокодов. Как говорится, заболтался я немного, но всю важную информацию вроде вам рассказал. Промокод хэштег BlackRussianLoveY. Один из вкуснейших промокодов, но для того, чтобы получить ништяки, нужно отыграть 24 часа в игре. Ништяки вы видите на экране. Я считаю, что промокод один из лучших. Также, ребята, есть промокод, который называется хэштег победа BlackRussian23. Активируется он, ребята, сразу на первом уровне, и вы получите и скины, и аксессуары, и редкие тачки, и, ребята, другие ништяки. Поэтому забираем, прям очень вкусненько для начала, для старта прям отлично. Несколько промокодов, ребята, допустим, промокод, который будет называться хэштег темка, были у нас под Новый год. А промокоды тоже, в принципе, неплохие, дают какие-то аксессуары. Допустим, если ввести, ребята, промокод, который будет называться сюрприз, то можно получить и тачки. Вот так вот, ребята, он выглядит, активируем его, и вот, пожалуйста, у вас рождественские рога. Хер вам, а не тачка, да? Ладно, я немножко ошибся, но ладно, это не страшно, потому что, допустим, следующий промокоды точно дают машину. Их, ребята, у нас было 10 штук. И вот, допустим, промокод утюг дает вам и Porsche, и Nissan, и Toyota. Все это дело, ребята, падает вот сюда, вот все ваши тачки. Кстати, сейчас машины не стакуются, они добавляются все скипом, что, в принципе, неплохо, но есть вопросы. А вопросы связаны с тем, что все это дело нужно активировать правильно. Что ж, скин вы тоже можете сразу, ребята, одеть любой совершенно, выделиться из толпы и, как говорится, кайфануть. Ну и последний, ребята, промокод на сегодня будет называться промокодик ВКБР. Один из лучших промокодов, который в свое время меня очень сильно бустанул на старте, когда я начинал играть. Да, ребята, этому промокоду уже практически полтора года. А он дает, ребята, вот такую BMW Z4 на 58 часов. И самое главное, скин разработчика. Скин тоже довольно-таки прикольный, вкусненький, поэтому почему бы и нет. Что ж, друзья, ролик вот такой вот у нас получился. Играйте вместе со мной, качайте игру в описании, участвуйте в конкурсе. Я желаю вам удачи. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.